Всем привет! Вас приветствует канал Анастасии Кальченко на YouTube. Сегодня я буду собирать из оригами модулей собачку. Я взяла для этого коричневую бумагу и розовую. Сделала из них модули. Какое количество модулей ушло мне на каждую деталь, я скажу в конце видео. Точное количество скажу в конце видео. Вы можете взять любые другие цвета. Размер модуля 32 часть от листика А4. Ну что, приступим? Первым мы делаем голову. Голова у нас будет розовая. Первые два ряда короткой стороной по 30 модулей. Первые два ряда. Так, первые два ряда готовы. Осталось поделку закрепить последним модулем второго ряда. Дальше будут идти модули с 3 по 12 ряд включительно. Длинной стороной будем их надевать. Итак, повторю, первые два ряда короткой стороной по 30 модулей, с 4 по 12 ряд, с 3 по 12 ряд включительно, у нас тоже по 30 модулей, но длинной стороной надеваем модуль. Теперь нужно поделку вывернуть. Итак, пятый ряд. Тоже 30 модулей. Длинной стороной наружу. Итак, здесь у нас 12 рядов по 30 модулей. 13 ряд у нас должно быть 20 модулей. То есть на три краешка мы надеваем один модуль. Итак, в 13 ряду у нас 20 модулей. 14-15 ряд тоже 20 модулей. Как обычно, надеваем на два краешка. Еще нужно надеть 10 модулей через модуль. Итак, одна часть собачки нашей готова. Это голова. Дальше будем делать нос. Тоже из розовых модулей буду делать носик. В первом ряду 6 модулей. Закрепляем тоже 6 модулями второго ряда. Ну, ко второму ряду будем прибавлять еще 6 модулей. Длинной стороной. Первый ряд 6 модулей. Второй ряд тоже длинной стороной. 6 модулей в первом ряду. Смыкаем в круг. Соединяем
модулем второго ряда, шестым. Теперь ко второму ряду нужно прибавить еще между модулями по модулю. Будет всего 12. Таким вот образом. И закрепляем третьим рядом. Модулем от третьего ряда. Закрепили. Опять между модулями добавили модуль. Закрепили. Добавили. Закрепили. Добавили. И так до конца. И так получается, в первом ряду 6 модулей, во втором 12, в третьем тоже 12, но к третьему ряду мы опять добавляем, так же как и во втором, по модулю между модулями, и тоже так же закрепляем. Получится, в третьем ряду у нас 24 модуля. Итак, у меня получилось, в первом ряду 6 модулей, во втором 12, в третьем модуле 24, в третьем ряду 24 модуля, в четвертом тоже 24 модуля, и с 4 по 11 ряд включительно будет 24 модуля. Это сейчас пятый ряд, 24 модуля. Итак, с третьего ряда по 11, по 24 модуля. В 12 ряду тоже 24 модуля. Это 12 ряд, тут 24 модуля. Теперь в этот 12 ряд нам нужно будет вставлять тоже между модулями модуль, как мы делали в начале. И получится здесь 48 модулей. Также закрепляем. Итак, 12 ряд готов. Это носик нашей собачки. Теперь вот таким образом нам нужно приклеить горячим клеем. Далее делаем туловище. Делаем с 1 по 4 ряд по 30 модулей длинной стороной на себя. С 1 по 4 ряд по 30 модулей. Итак, вот 4 ряда по 30 модулей. В пятом ряду будет 27 модулей. То есть на 3 уголочка нам нужно надеть 1 модуль. Итак, 6 модулей подряд. На 3 уголочка 1 модуль. Итак, 6 модулей нужно надеть. Модулей, остальные все модули мы надеваем на 2 краешка. Это пятый ряд. Чтобы сократить модули, мы одели 6 модулей на 3 уголочка, остальные модули мы одеваем на 2 уголочка, как обычно. И в итоге у нас получается 27 модулей в пятом ряду. В шестом и седьмом рядах тоже будет по 27 модулей. Вот такое должно получиться туловище. С 1 по 4 ряд 30 модулей, с 5 по 7 – 27 модулей.
Дальше будем делать лапки. Переднюю лапку будем делать из коричневых модулей. Первые два ряда у нас короткой стороной по 15 модулей. Выворачиваем поделку. Третий ряд тоже 15 модулей, только уже длинной стороной. И с 3 по 12 ряды у нас по 15 модулей. Итак, передняя лапка у нас 12 рядов по 15 модулей. Вот две передние лапки. Будем делать задние лапки. Там тоже все просто. Первые два ряда у нас коротким носиком, короткой стороной. Остальные ряды длинной стороной. 8 рядов по 20 модулей. То есть первые два ряда короткой стороной. Остальные 6 рядов длинной стороной. Вот два ряда короткой стороной, и я сразу делаю третий ряд длинной стороной, закрепляю сразу третий ряд. По 20 модулей. 4 ряда сделали, еще делать будем 4 ряда. По 20 модулей. Всего 8 рядов задней лапки по 20 модулей. Итак, задние лапки готовы. Задние лапки у нас восемь рядов по 20 модулей. Теперь будем делать ушки. В одном ушке у нас 18 рядов. Значит, первый ряд. И все модули короткой стороной. Первый ряд 6 модулей, второй ряд 5 модулей. Первый ряд 6 модулей, второй ряд 5 модулей. Третий ряд 6 модулей. Захватываем краешек первого ряда тоже 6 модулей. Четвертый ряд 5 модулей. Оставляем крайний краешек свободным. Четвертый ряд 5 модулей. Пятый ряд 6 модулей. Шестой ряд 5 модулей. Седьмой ряд 4 модуля. Оставляем 2 крайних краешка свободными и надеваем 4 модуля. Восьмой ряд 5 модулей. Этот краешек еще все еще оставляем крайний самый свободным. 5 модулей в восьмом ряду. В девятом ряду 4 модуля. Так, стоп. Этот краешек все-таки нужно запрятать. Кармашек. Девятый ряд 4 модуля. В девятом ряду 4 модуля. В десятом ряду 3 модуля. Одиннадцатый ряд
4 модуля. В 12 ряду 3 модуля. 13 ряд 2 модуля. 14 ряд 3 модуля. 15 ряд 2 модуля. 16 ряд 3 модуля. 17 ряд 2 модуля. 18 ряд 3 модуля. Такое вот ушко получается. Вот два ушка у нас. Теперь делаем хвостик. Тоже из коричневых модулей. Будет 9 рядов. В первом ряду 6 модулей. Тоже короткой стороной. В первом ряду 6 модулей. Во втором 5 модулей. Во втором ряду 5 модулей. В третьем ряду 6 модулей, четвертый ряд 5 модулей, пятый ряд 4 модуля, шестой ряд 5 модулей, седьмой ряд 4 модуля, восьмой ряд 3 модуля и последний девятый ряд 4 модуля. Вот и хвостик. Все детали мы собрали, все детальки. Теперь нужно все это склеить горячим клеем. Чуть позже я покажу, как это склеивать. Вот. Теперь я скажу, сколько модулей у меня ушло на каждую деталь. Голова собачки. 450 розовых модуля. Носик собачки. 282 розовых модуля. И туловище собачки. 201 розовый модуль. Всего розовых модулей у меня ушло 933 штуки. Теперь коричневые модули. На передние лапки у меня ушло 380 коричневых модуля. На две задние лапки ушло 320 коричневых модуля. На ушки, два ушка, у меня ушло 142 коричневых модуля. И на хвостик у меня ушло 42 коричневых модуля. И всего коричневых модуля 884 штучки. Всего вместе с лапками, совсем. Теперь все эти части нужно между собой склеить. Горячим клеем. К голове приклеить нос. Потом туловище, лапы, ушки и хвостик. Вот я склеила все детали собачки, ножки, задние и передние ушки, хвостик. Вырезала из черной бумаги глазки и носик. И все приклеила. Вот такая вот собачка у меня получилась. Вот такая вот собачка у нас получилась. Спасибо вам за просмотр. Спасибо, что у вас уже 8700 подписчиков. Я очень за это рада. Всех вас с наступающим Новым годом. Ставьте лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал и нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока!